на прием идем. С собой ее неси тогда. Она не идет к маме, не хочет с утра никак идти. Ну почему не захочет? Открыто нет здесь. Матвейка, беги с папой. Сегодня 4 сентября. У них прием. Ну и что, вы пойдете, я тогда молочку схожу куплю, а? Давай. Давай, давай. Хорошо. А я на базар пойду, вон там молочку продают. Надо молочка купить. Может, сливочки есть, творожок, в общем, что-нибудь нужно прикупить. Сейчас на прием сходят. Погода у нас сегодня вроде неплохая такая. Более-менее с утра. Так что сходят на прием. Домой поедем завтрак готовить. Камушки собирала. Ну что, мама купила молочки, а папа сходил на прием. И что, завтра в садик, говоришь, ага? Ура, ура. Матвейка в садик пойдет. Так, ну все, домой едем завтракать. Саша, обсади ее. Домой приехали. Заехали в булочную. Тесто мама взяла, да? Будем пирожки стряпать какие-нибудь, да? Два кулечка теста взяла. Давай, вытаскивай все. Давай, давай. Молочко доставай. Потому что мама будет кашу манную варить. Сейчас по-скоренькому сварим манную кашку. Молоко вон в том пакете. Вон в том пакете, сына. Давай, давай. Сливки, молоко. Какие-то печенюшек выпросили. Такие мягонькие, прям вкусненькие. Ой, захотелось, да? Булочку захотелось тебе? Вчера к тете Ане в гости походил. Ты у тети Ани булочку просил, что ли? Да-да. Она чебуреки жарила. Она мне чебурек дала. Понятно. Давай. Давай будем сейчас кашу варить. Вот так. Ну вот. Сейчас кашу сварим. Детей накормлю. Булочки. Такие вот. В общем, такие какие-то творожные я взяла. Это слойки творожные. Шаньги творожные. И еще вот такие вот, в общем. Я люблю только творожные. Ну и дети тоже едят вкусные булочки. Вообще-то очень вкусные. Так, ладно, кашу буду манную варить. Приятного аппетита. Даня у нас пришел. Спасибо. Тоже покушать. А ты утром чем завтракал, говоришь? Плов. Плов ел с утра. И сколько у вас уроков прошло, сына? Сейчас какой урок? Какой урок закончился? После какого ты урока пришел? Четыре. Две пары. И что? Сейчас покушаешь, снова уроки будут? На тренировку ты пойдешь? А, на тренировку. Даня у нас пойдет на тренировку. В общем, сегодня 4 урока получается у вас, да? Так что первый учебный день. 4 урока, да? Какие у вас уроки были? ОГЭ. История. Все понятно. Математика. Нет? Нет. Куда бы оказались по математике. Понравилось тебе сегодня? Нет. Почему? Ну, кому нравится? Ну, кому-то. А ну, первоклассникам только. Ну, а Матвейка завтра пойдет в садик у нас. Так что давай, кушай кашу, дуй ее давай. Я хочу пить водички пить холодненькой. Понятно. Все. Папа тут яйца чистит. Мама кашу наварила. Каша с маслицем. Так что будем завтракать. Папа тебя кормит? Конечно, Евочку папа кормит. Девчонка кушает кашу. Вкусно? Вкусная каша-то, сын? Да, вкусная, конечно. Да, манная. Давно не варили манную кашу. Говорю, по-скоренькому надо сварить, позавтракать. Вот, так что вот так. Будь здоров, закрывайся, молодец, все, не балуйтесь. Давайте, кушайте, давайте. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что вы грибочки тут ищите в лесу-то? Да. Мы после поликлиники дома позавтракали и поехали мы в лес по грибы. Ну что, хорошо по лесу гулять, да? Да, хорошо. Хорошо, говорит, Затолья бегом бежит. Ну это ж вишня. Лесная вишенка. Попробуй. Не хочу. Не хочешь? Зачем рвешь тогда? Тут попадает местами. Давай, проходи, проходи. Пойдем за папой, за Толей. Пойдем. Здесь обабков. Обабков там папа нам нашел. Прям вообще. Видимо, невидимо.
по лесу прогуляться. Ведь красота. Лес такой прям. Оу. Да иду. Это что такое? Подожди, сына, так это ж грибок. Ну-ка поднимай, ты его наступил на него, что ли? Ну-ка поверни, давай шляпка это. Это ж... Поднимай, поднимай. Грибок, а что ты его... а мама там он еще нашла. Ну-ка дай. Ножка-то осталась вон. А смотри. А он добрый. Добрый? А там вот смотри, маленький грибочек. Вот, смотри, мама. Мама увидела его? Подходи давай. А тут еще грибочки. Такой. На, ножиком срезай. Не срывай, не срывай. Ножиком нарежь аккуратно. Держи. Давай, вот здесь отрезай его вот так. Вот так отрезай. Режь, 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 режь. Вот. Ничего себе. Вот. Какой, да? А там, смотри, вон мама еще нашла. Смотри-ка. Вон, смотри, там еще два грибочка. Режь, давай, режь. Вот. Ну-ка, давай посмотрим. Второй-то срезай. Добрый. Какой. А ты его так разрезал. Ой, ну ты даешь. Ну давай. Нет. Давай все. Нет. Отрежь ножку-то, давай срежем. Смотри, он хороший. Давай вместе. Держи второй ручка, придерживай вверху. Верхушку придерживай. Дай мне нос. Что это за грибок? Дай мне нос. Как грибок-то называется? Грибок? Ну? Новый. А бабок? А бабок? Ты сегодня охотник, да? Держи сверху, держишь, снизу подрезаешь. Смотришь потом, червячков-то просматривай. Червячков просматривай, переверни. Вот так вот, смотри. Видишь, он добрый. А здесь вот, смотри. Кто это? А здесь вот, видишь, все, кто-то вылез. Кто это? Жучок. Так что убираем его. Нам такой не... Нету, ну мы тут нашли это бабочки. Ну, правда, плохие, а какие-то добрые. Идем, идем. Давай, вперед иди. Туда проходи, вон тут. По тропинке туда. Проходи, проходи, пробирайся, пробирайся. Это что? Вперед. Это шиповник. Шиповник? Да. Дальше идем. Смотри внимательно по сторонам. Может быть, что-то и найдешь. Вот. Так же нашел бабочек. Внимательным надо быть. Это поганки. Топтать поганки не надо, сына. Давай, шагай. Ну, потому что. Зачем их топтать? Шагаем, шагаем. Это гриб, но он несъедобный. Я даже не знаю, как он называется, но его не надо трогать, не надо, сына. Пойдем дальше. Я боюсь этот гриб. Давай. Вот, увидел, молодец. Держи за шляпку. Пониже надо срезать, пониже. Да, вот так вот. Режь его, режь. Вот так вот, молодец. Все, грибы надо срезать. Ну ты что так бросаешь-то? Конечно, хороший. Хорошенький грибочек. Ножик клади сразу. Все, дальше идем. Ой. Ну хорошо по лесу-то гулять? Да-да-да. Нравится тебе? Да-да-да. Сегодня грибы ищет. Надо же, прям какой грибничок. Давай шагай вперед. Вперед давай, смотри по сторонам внимательно. Мама находит ему, говорит, смотри внимательно, вперед. А, мухоморы сбиваем. Вот он ищет, можно сказать, сам. Шагаем дальше. Это не хорошее, нет. Это поганки. Вот присядь рядышком. Смотри, какие они большие. Здоровые такие, да. Ты не видел, Толя? Вот вообще. А Толя-то смотри, сколько она собирала. А бабочки. Обалдеть. Это поганки, мне кажется. Это волнушки огромные. Да, так что можешь выбросить. Да, волнушки здоровые, прям такие переросшие. Ну, вернее всего, потому что похожи прям на волнушки. Ну, да, да. А вот это что за гриб такой вот? И вот это что за гриб? Ой, ну это тоже какой-то. Может быть, он съедобный, но мы таких грибов не знаем, не берем. Так что такой вот прям. Красивый, да?
Ну-ка, нет. Матвей, там бабочки лежат. Вон поганки-то, смотри, какие здоровые прям. Мухоморов полно. Ну, сегодня как-то... Как сегодня улов? Не знаю. Не знаю. Пойдемте дальше. Какой классный костюм. У нас, девочки, обзор от интернет-магазина Tikitex. В общем, заказывала Матвейке вот такой вот костюмчик. Такие здесь ушки, да? Давай так покажем, цена. Ростовка 110-116. Резиночка. Здесь такой вот карман впереди. Костюм с начесом. Такой хороший теплый начес. У нас погода холодная, так что надо утепляться. Здесь резинка. Свободная резиночка. Кармашки тоже в брючках имеются. И по низу тоже вот такая вот резинка. В общем, костюм светлый. Там была немножко другая расцветка. Вот, но ее в наличии вроде не оказалось. Так что костюм у нас называется костюм Мишка начес. Так, молочный цвет сливки, размер 110. Так, 110-116. Ну, в общем, костюм немножко так совсем чуть-чуть на размер ему хорошо, в принципе, немножко на вырост. Так, Даня себе заказывал, девочки. Даня себе заказал вот такую вот футболку. Футболка хаки. Размер 48. Примерку делали. На простой жизни, девочки, там показала. В общем, прошито все. Воротничок такой. Для повседневной носки самое то. В общем, такая вот футболочка. Еще он себе выбирал сам. Брюки. Такие вот брюки с лампасами. По низу резинка. Размер 48. Впереди здесь шнуровочка такая вот. В общем, размерный ряд от 48 до 60. Состав 100% хлопок. Тут вот я как-то не поняла. Хлопок 70%, полиэстер 30%. Непонятно, в общем. Брючки такие тоненькие, как бы летние. Но для дома, девочки, дома ходить. Такие вот брюки. И еще он заказал себе вот такую вот футболку. Футболка черного цвета. Тут такой вот рисунок. Ну, понравилось парню. Я не смотрела, не наблюдала, что он выбирал. Дети уже взросленькие, так что выбирают себе все сами, девочки. Так, футболка мужская. Состав 92% хлопок. 8% лайкра. Ростовка 182. Размерный ряд 44-58. Такая хорошая футболка. Так, и еще носочки, девочки. Носки. Такие вот, в общем, наборчик. Такие разноцветные носочки. В общем, такой у нас заказик от интернет-магазина Tikitex. Огромное спасибо, девочки, что смотрите. Обязательно заходите по оригинальной ссылке и делайте заказики. Всем желаю приятных покупок. Tikitex собирает посылку очень быстро, девчонки. Приходит посылка, можно сказать, мгновенно, моментально. И посылку отправляют по России, в Казахстан, в Беларусь. Так что заходите, смотрите, выбирайте. И текстиль, и различные товары на Tikitex имеются. В общем, на любой кошелек, девочки. Так что приятных покупок. Вот так вот, давай по порядочку. Молодец. Вот. Переверни, неправильно делаешь. Вот, молодец. И как зайчик ловит червячков? Покажи, как зайка ловит. Морковку кушал, да? А ты покажи, как он червячков-то будет ловить. Папа. Папа делал? Мама. Играл с тобой? Мама. Морковка, да. Покажи, как зайчик червячков ловит. Морковка, да. Как зайка ловит червячков. Ева, ты хочешь всю морковку составить, что ли? Ты всю морковку хочешь составить? Да. Ну, а червячков-то зайчик как ловит? Покажи. Вот так вот, молодец. Ловит зайка червячков, да? Ой, молодец, зайчик, да? Молодец, зайчик. Вот так вот. Получается. Вот так она любит играть. Каждый день играет.
морковки составляет, червячков ловит. Все, да? Вот так вот. Вот так. Молодец, девчонка. Поцелуй цейку. Неженька. Ты неженька. Ау! Что, Саша? А, ну смотри, ага, картошку спускают. Папа, здание спускают. Здание. Папа. А мы немножко отдохнули. И у меня здесь сейчас вот грибочки надо мыть. Красноголовики, а бабки, в общем, все намыли, поставили варить, варится на икру. В общем, хорошо мы съездили по грибочки, подышали воздухом, с ребятишками погуляли. Завтра, девочки, в садик. Все уже, не убежишь, не ускочишь. А, наверное, последний раз мы по грибы съездили, потому что сейчас много работы. После леса тоже вроде как хорошо, воздухом дышишь. По лесу гуляешь, грибочки собираешь, но силы остаются в лесу. Они тебя покидают просто. Так что вот так. Утро, девочки. 5 сентября у нас сегодня. Все, идем в новом-то теплом костюме. В группах прохладно. Давай, все. Пока-пока, Саня. Беги скорей. Пойдем скорее. Ну вот, Матвейку в садик отправили. Ева, садись давай. Колясочку садись. Мишку увидела. Мишку надо посмотреть, да? Потрогать. Пойдем домой давай. Маленько заплакал. Ой, колобок там, да? Колобок, колобок. Они с папой-то ходили, папа им тут показывал. Колодец. Там нет ничего. Ничего там нет. Прохладно на улице. Одели теплые куртки. В группе тоже прохладно. Костюм теплый. Такой хороший, девочки, с начесиком-то костюмчик классный. Сейчас в садик ходить сам, а то на улице сменка. Пойдут гулять. Утром-то пока прохладно, а потом ободняет, погода будет нормальная. Пойдут гулять. Кто это? Ну скажи, кто это? Это Маша. А это Миша, да? Миша? Ева? Не уйти, наверное, домой-то нам будет. Скажи, Миша. Миша и Маша, она говорит. Мы к тете Ане ходили, она сказала, тут у нас как-то Маша. Миша, она говорит, Мими. Не замерзла? Ручки-то не замерзли? Прохладненько. Пойдем давай домой. Мама тебя кормить будет. Хочешь кушать-то? Кушать хочешь? А? Ты кушать хочешь? Кашу? Да, Ка говорит, кашу, значит, надо давать. Кашкой кормить надо девочку. Домой девочки пришли. Домой Евочка не хочет заходить. Пошли курочек посмотрели. Они уже на улице. Папа с утра выгнал их. Да? Курочки кушали с утра. А Ева не хочет кушать. Заходить домой не хочет. Мелки взяла, будет рисовать, да? Ты рисовать хотела? Я говорю, ну давай погуляем немножко. Погуляем, да? Нам уже папа позвонил. Папа наш позвонил. Папа в Шадринск поехал в больничный закрывать и на работу. Все. Да. Матвейка в садик. Давай рисуй. Там листики. Да не отрывай. Не отрывай. Какие листики красивые, да? Ой, спасибо. Спасибо, дорогая. Мама раньше засушивала, любила гербарии делать. Картины потом делали из этих из сушеных цветочков под стеклом. У меня где-то одна картина долго хранилась. Потом разбили, наверное, дети, что ли. И все. Так что такие у нас дела, девочки, с утра. Ну что, я, наверное, это видео закончу. Будем заниматься делами. Сейчас погуляем. Как у нас день пройдет? Потому что девочка у нас не особо что дает делать. Ну, постепенно. Сейчас вот домой зайдем, она может разыграется. Буду заниматься делами. Мы вчера ездили по грибы. Икру сварили вечером.
грибную из красноголовиков и подберезовиков. Ты куда пошла? И грузди намыла, замочила. В общем, вчера до груздей дело не дошло, потому что уже закончились с икрой поздновато. Я говорю, если продолжать, ну, сварить грузди, детей надо спать укладывать вовремя, потому что мы стараемся к 9 часам уже, чтобы дети были в постели. Ну, если уж бывают такие дни, когда чем-то занимаемся, то, конечно, приходится попозже укладывать, потому что там надо условия создать, чтобы тишина была, свет выключить, в общем, и ложиться, ребятишек укладывать на сон. Вот, так что утром проснулись, Матвейка проснулся вперед всех, потом меня разбудил и Евочку, потому что папа уехал, не разбудил нас. Я говорю, ты что? Нам же в садик, в общем, ушли в садик, канцелярию унесли. Так что надеюсь, что будем ходить. У нас там весенняя, хотела сказать, девочки, осенняя фотосессия 20 числа будет. Так что хочется, конечно, чтобы ребенок ходил в садик. Ну, посмотрим, как, дай бог, чтобы нормально все. Потому что в прошлый раз мы уехали в Петербург, папа водил Матвейку в садик. Вот, было все нормально. Ну, потом ребенок заболел, так бывает, дети болеют. Кто там пишет, что от мороженого, девочки, вот большинство комментариев пишут, от мороженого ноги голые, и начинают вот это все писать. Девочки, ни от какого, ни от мороженого. Мороженого. Мы мороженое не едим каждый день, во-первых. И дети уже привыкшие к мороженому. И они его, в принципе, едят. И от того, что поели дети мороженое, они не заболевают у нас. Так что придумывать и писать не надо. Вот так. Вот так, девочки. Виталий у нас тоже на учебе. Мы с Виталием на связи. Тоже писали там, девчонки, когда перед отъездом, в общем, что я... Вроде как надо было ребенку помочь купить вещи. Девочки, парню 18 год. Ему в январе будет 18 лет. Он давно самостоятельный. Пишите, как у вас. У вас разве дети по вашей указке покупают вещи? Вы им все закупаете? Ребенок большой, он целый год он жил без родителей, и он справлялся, девочки. Он умеет готовить, он все умеет. И в магазине прекрасно сходит, купит все, что ему нужно. Он сходил себе, купил рюкзак, заказал халат. Халат нужно купить для учебы, потому что там специальный магазин. В общем, пришел, размера не оказалось. Заказал сегодня, завтра, в общем, должен прийти халат. На учебу успевает ездить, по времени у него все как бы нормально. Так что... Нравится пока что. Ну, дай бог, чтобы нравилось. Да? Чтобы нравилось нашему Витале. Даня тоже убежал в школу. Так что все на учебе. А мы тут с Евочкой, в общем, будем гулять, да, скажи? Пойдем на качельки, мама тебя покачает. Пойдем на качельку. На качельке пойдем покачаемся. Погуляем. Ну, а там будет видно. Так что... Я на этом с вами попрощаюсь, друзья. Скажу вам всем огромное спасибо, девочки, что смотрите, пишите комментарии. Ссылки внизу в описании оставлю на интернет-магазин Тикитекс, наши социальные сети. Телеграм, девчонки, кому интересно, заходите. В Телеграме, девочки, что в Телеграме? В Телеграме я выпускаю какие-то короткие ролики, какие-то голосовые сообщения и делюсь ссылкой на... вышедшее видео на Дзен. Видео выходит на Дзен, я отправляю в Телеграм, и девочки уже знают, что вышло видео, потому что тут женщина, видать, ну, зашла на Дзен, ну, что тут вроде делать? Тут ролики без звука. Ну, вот, так что, кому так удобно, конечно, заходите, оставайтесь с нами и на Дзене, на Телеграме, на Дзен, девочки, подписывайтесь. А то все говорят с этим Ютубом, что его заблокируют. Не знаю, конечно, правда, неправда, но, по крайней мере, Ютуб пока работает. Слава Богу. Так что всем вам огромное спасибо и до скорых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока. Скажем пока-пока. Давай учись разговаривать. А то мы тут к тете Ане пришли, она у нас... Некоторые слова уже начинает говорить. Вчера тоже слово новое появилось. Ноги. Вот. Легла спать. И все. Ноги вверх, ноги вниз. Ноги. Ноги, да. Тетя Аня ходила, она сказала, Маша. Вот. По отдельности начинает говорить слова. Евочка, да?
девчонка. Поплакала маленько, не хочет домой. Я завела ее домой, она не хочет. В общем, будем гулять. Пока-пока, девочки.